Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пчух. Сегодня я хочу представить ваше внимание мою авторскую сигилу. Это, конечно же, магия хаоса. Чтобы разбудить страх врага, наносим, естественно, сверху, потом все ниже, ниже, ниже формируем. Да, осторожненько. Не с центра, а именно сверху начинаем. То есть мы космическую энергию подтягиваем, смертельную. И потом заканчиваем до конца. Четко оговариваем, можно написать данные врага, можно его привязки свернуть в сигилу и сжигаем. Она активируется сжиганием. Все многие сигилы активируются сжиганием. Луна тут не имеет значения, главное всю злость, всю ненависть к врагу, если он точно заслужил, вкласть. Если он не заслужил, вам шандарахнет, и вы получите по голове за то, что ни за что пользуетесь энергией, человек это не заслужил. Всем удачи и успехов, с вами был Александр Пчух, надеюсь, информация была полезна, делитесь видео, подписывайтесь на канал Тайны Верховных Ведьм. Всем удачи, с вами был Александр Пчух.